Блин, электричества нету, но есть приятные новости. Смотрите, какая красота в подкапоточке теперь у Депрошки. Это хороший повод выехать в воскресенье на 6-й километр. Ну и выглядит она красопета, конечно. Теперь полностью выкрашена. Про зазоры чё ничего не говорите. Помыть тоже нужно будет перед выездом уже. Но аще-то машина. Просто огонь. А вот тут не так все весело. После того, как мы собрали мотор, все собрано, машинка своим ходом приехала. Готова ехать тоже везде, где угодно. На новых покрышечках все дела. Но мы немножко... пролюбились со сцеплением, которое было установлено для секвентала. И теперь, засовывая стандартную коробку, нужно переделать все обратно, а это работы по металлу. Ну ничего, я думаю, что в это воскресенье выскочим на Депрошке, а в следующее поедем, раздадим на 600 плюс силах.